Так, всем привет, ребят. Купил я новый датчик температурный Stellux, правда, взял для проверки. И вот интересный факт. Меряю его на холодное сопротивление 8,3 кОм. Мой 17 на холодную. Вот вам и отличие. Сейчас его меняю, то есть, соответственно, скидываю клемму, потом снимаю клемму с датчика, выкручиваю датчик и меняю датчик. Итак, выкрутил я датчик температурный. В таком вот состоянии он. Я не знаю, это Китай или не Китай, но в отличие от Stellux, вот здесь у меня как металлическая часть. Вот. Поближе. Контакты, конечно, там ржавчина есть. По-хорошему вымывать. Еще раз сейчас замерю на нем сопротивление. Замерю сопротивление на новом датчике, вкручивать и смотреть уже показания. Он здесь, ключ на 19. Хотел я снять этот патрубок с термостата, но у меня не получилось, слишком плотно сидит, поэтому пришлось чуть помочиться, откручивая его. Ну и, конечно, закручивать будет не айс, но попробую закрутить. Кованокидной использую. Прогреваю двигатель. Сейчас по Фаренгейту показываю 93 градуса. Прогрело до 232 градуса по Фаренгейту. Это 112. Вентиляторы не сработали. Значит, теория с датчиком провалена.